Можно и поговорить. Юль, читай лицо, только не открывай, нет. Не показывай. Ну рассказывай, что это было все? Это была организованная засада, работали троечками. То есть одни в засаде, другие в наступлении. Да? Просто отрабатывали друг друга, как находить противника. Там растяжки, сюрпризы, сами видели, вот мы расставляли. Вот. Ну молодцы уже, мы вчера отрабатывали, у нас одна растяжка взорвалась. Вот. Поэтому они уже теперь начали глазами смотреть, искать. То есть, вот. И если какой-нибудь разведвыход там группой будет, я уже буду уверен, что они уже будут глазами смотреть. Вот. Ну поэтому сработали хорошо все, как бы. Все молодцы, все красавцы, вообще ну, никаких даже слов нет. Вот, с ребятами начали заниматься буквально. Ну там ребята, кто-то в армии служил, есть он у нас. Пулеметчик вот, предшественник готовил, он отдал ему свой пулемет с номером 13. Мне командир подогнал вот. Собесный. Такой, да, вообще, красоту целую. А мне вот семерочек подогнали. Покажи приклад-то свой. Укропом пиздец будет. Да что приклад? Приклад с компенсатором отдачи. Телескопический. Да вообще красота. Теперь. Всех победим по-любому. В Киев хоть сегодня. Давайте вот. Мариуполь соберем. Ты какое Мариуполь соберем. Хочу дом на Каспийском море. Хочу на море покупаться, елки зеленые. Гриша, я обещал им спеть. Надо спеть, Гриша. Обещание надо сдержать. Парни, давайте идите обедайте. Мы пока спаем. Хотя нет, давайте все спаем. Давайте все. Давай. На горе стоял казак, он Богу молился. За свободу, за народ, низко поклонился. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Укроп молодой на коне катался, на казаков он нарвался, без штана остался. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. По реке плывет укроп и руками машет, а на нем стоит казак и чего-то пляшет. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Укроп молодой купил поросенка, всю дорогу сам, может, что-то еще думал, что девчонка. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Все, обед.